Анимация, которую мы с вами только что посмотрели, это, скажем так, текстовая версия известного мультфильма Райана Вудварда «Мысли о тебе». Эта версия анимационного фильма выполнена при помощи компьютера Robotron 1715, о котором сегодня пойдет речь. Графические режимы этой машины не поддерживаются, да и монитор тут монохромный, то есть отображать Robotron может только текст. Надо сказать, что ограниченные ресурсы системы заставляли программистов прошлого проявлять немалую изобретательность. Например, давно уже существует так называемый ASCII Art, то есть технология отображения графических изображений при помощи только лишь букв, цифр и знаков препинания. Какая занятная репродукция Джоконды. Да что вы, Людмила Прокофьевна. Это же не репродукция, это наша вычислительная машина Боровских запрограммировал. Запрограммировал. Очень правильное в данном контексте слово. Как раз сегодня мы и попробуем решить ряд сложных технических задач чисто программным путем, без помощи паяльника. Но вернемся к анимации. Каждый кадр мультфильма я преобразовал страничку текста, составленную, кстати, всего из 18 символов. Каждый символ отрисован роботроном вот на этом вот самом мониторе. Ну а быстрая смена страниц текста, то есть смена кадров, это уже монтаж. Кроме того, экран роботрона расширен на этапе монтажа для того, чтобы вся анимация уместилась в кадр. И нельзя не отметить музыкальную композицию Сергея Косова, которая, на мой взгляд, замечательно дополнила анимацию. Компьютер Robotron 1715 производился в ГДР в 80-х годах прошлого века. Наша версия компьютера, судя по датам на микросхемах, произведена в 88-м году. У нас он тут, как видите, без корпуса, но зато со всей основной периферией. Давайте посмотрим повнимательнее, что из себя представляет этот агрегат. Это план системной платы компьютера. Процессор тут U880. Это нелицензионный клон процессора Z80. То есть Robotron 1715 построен на том же процессоре, что и Spectrum совместимые компьютеры. Кстати, отечественный клон Spectrum Profi имеет достаточно высокую совместимость как со Spectrum, так и с Robotron. Для сравнения, вот процессор производства ГДР с маркировкой UA880D-MME. Аббревиатура MME расшифровывается как Microelectronic Karl Marx Erfurt. Это предприятие, на котором изготовлена эта микросхема. А вот оригинальный процессор Z80 фирмы Zilog. И еще нашлась у меня вот такая вот диковинная вещь. По маркировке UA880Z-MME, но корпус микросхемы тут явно советского образца. А дело в том, что эта микросхема изготовлена на предприятии Радон Ивано-Франковск. Но от Радона тут только корпус, а внутри немецкий кристалл, о чем, собственно, и свидетельствует маркировка. Рядом с процессором BIOS, зашитый в ПЗУ советского производства. Там внутри, кстати, довольно хитрая программа, поместившаяся всего в 2 килобайта
памяти. Но об этом позже. Видеоконтроллер тут собран на микросхеме производства Intel США. А рядом еще две ПЗУшки советского производства, в которых зашит основной и альтернативный шрифты. Чуть ниже микросхема японского производства Mitsubishi Electric, выше чехословацкая Tesla и американская Texas Instruments, произведенная в Португалии. Оперативная память тут советская, 32 микросхемы 565R6. И еще тут есть микросхемы польского производства Unitra. Итого, мы нашли тут детали из 7 разных стран. Для 1988 года это очень необычное сочетание. В советской технике того времени преобладали компоненты отечественного производства, чуть реже встречались элементы из стран Восточной Европы. В западной же технике, соответственно, использовались элементы, произведенные в западных странах и странах Азии. А тут микс из того и другого. Несомненно, завод Роботрон обладал абсолютно уникальными кооперационными связями. И неудивительно, что к 1989 году количество сотрудников предприятия насчитывало 68 тысяч человек, а финансовый оборот составлял почти 13 миллиардов восточно-германских марок. Но уже в 1990 году предприятие прекратило свое существование, собственно, как и сама республика ГДР. Этот компьютер в оригинале был оборудован парой 5-дюймовых дисководов. У нас тут подключен только один дисковод японской марки TIAC, или TIC по-нашему. Но обычно в роботронах использовались вот такие вот дисководы. Тут двойная маркировка. К5601, CM5643. Произведено в ГДР. Народное предприятие Роботрон, бюро Машиненверк, город Карл Маркс Штаб. Сегодня этот город называется Хемниц, или точнее Кемниц. Любопытно, что историческое имя города имеет славянские корни и происходит от названия реки Каменица. Теперь давайте рассмотрим управляющую плату дисковода. Тут, как и на основной плате компьютера, микросхема производства разных стран, но основная логика японская. Дело в том, что эти дисководы производились по лицензии компании TIC, так что эти два дисковода, можно сказать, родные братья. Для запуска компьютера нам достаточно будет вот такой вот дискетки с операционной системой SCP. SCP – это клон, распространенный в 70-80-х годах системой CPM. Кстати, она довольно быстро загружается, много быстрее большинства современных ОС. А вообще, Роботрон – это, конечно, офисная машина, для игрушек она не предназначена. Кстати, тут на клавиатуре есть клавиши с двумя нулями, вероятно, сделанные для удобства работы с бухгалтерскими документами. Но даже при отсутствии графики программистам удавалось создавать для таких офисных машин довольно толковые игры, в которые сегодня не скучно играть. Думаю, все, кто когда-либо имел дело с Роботроном, помнят знаменитый Xonics. Правильно название этой игры произносится Xonics, но Xonics привычнее. Аналогичные названия известной компании Xerox мы произносим не иначе, как Xerox. К сожалению, внутри кода игры нет упоминания об авторе этой замечательной программы, но с другой стороны, оно и понятно. Все-таки в то время собственных компьютеров у большинства пользователей не было, поэтому и разрабатывались подобные игры в рабочее или учебное время, что далеко не всегда приветствовалось руководством. Давайте еще раз взглянем на план компьютера. На этот раз обратим внимание на разъемы. Рядом с кнопкой сброса разъем клавиатуры. С другой стороны отдельный разъем для принтера. Внизу разъем для подключения монитора, а в середине разъем, обозначенный как V24. Теперь заглянем в инструкцию, в данном случае к принтеру Роботрон. На страничке с описанием интерфейсов мы видим следующую информацию. Последовательный интерфейс V24, он же RS-232. А это значит, что мы можем подключить Роботрон к современному компьютеру через стандартный компорт. Для этого я заранее изготовил вот такой вот 0-модемный кабель. 0-модемное соединение – это соединение двух компьютеров по интерфейсу RS-232 без модема. Пусть компьютеры у нас и из разных эпох, но интерфейс у них, как выяснилось, совместимый.
Будем сопрягать 8-битный CPM. С 64-битным Linux. Материнка тут не самая передовая, но самое главное, что здесь есть COM-порт и LPT-порт, который нам тоже пригодится. А теперь небольшой трюк. Отключим дисковод. Согласно тому, что мы знаем из документации к Роботрону, в таком виде компьютер абсолютно бесполезен. Давайте проверим, так ли это. Сейчас происходит следующее. Linux по циклу шлет код приветствия Роботрону через последовательный порт. Ждем ответа. А вот и ответ. Теперь передаем файл с операционной системой SCP. И далее шлем программу стакан bus вместе с интерпретатором языка BASIC. Все, компьютер готов к работе и дисковод нам не нужен. Теперь мы можем запустить стакан командой run. Да, это Tetris, точнее одна из самых ранних реализаций Tetris. Как известно, самая первая версия игры была написана Алексеем Пажетновым в 1984 году на языке Pascal для компьютера Electronica 60. Версия для Роботрона написана на BASIC, но при этом она практически в точности повторяет изначальный дизайн игры. Кстати, Пажетнов разрабатывал игру в вычислительном центре Академии наук СССР. Ныне это вычислительный центр РАН. Так вот, по легенде, в той самой комнате, где он работал над созданием Тетриса, впоследствии некоторое время находился дата-центр поисковой системы Яндекс. Эту легенду мне рассказали инженеры Яндекса, когда мне в свое время довелось побывать в том самом историческом помещении. Увы, версия Тетриса на Роботроне работает с ошибками. Все же это не оригинал, а всего лишь клон. Пусть и ранний. К счастью, и сегодня мы можем поиграть в тот самый первый Тетрис Алексея Пажетного. Причем мы можем поиграть в него на Роботроне. Сейчас мы попробуем это проделать, но прежде немного о том, как на Роботроне осуществляется загрузка через последовательный порт. У нас есть дезассемблированный код микросхемы BIOS с комментариями на немецком языке. В моем случае весьма поверхностное знание немецкого языка компенсируется знанием ассемблера. При запуске компьютер пытается сначала загрузиться с одного из дисководов. Если же дискеты или дисководов нет, то запускается под программой BOOTV24. В случае успеха возврат из этой подпрограммы не происходит. Тут так и написано «Nicht zurück». А вот листинг подпрограммы BOOTV24. Тут сначала инициализируется последовательный порт, затем программа ждет код приветствия от внешнего устройства, 16-ричное число 11. Когда пара таких байтов получена, Роботрон дважды шлет ответный 16-ричный код 12. После Роботрон ожидает от внешнего устройства код 0А и 2 байта, представляющие адрес загрузки программы, а затем 2 байта, представляющие длину загружаемого файла. Адрес загрузки должен быть не ниже 800H, так как первые 2 килобайта памяти заняты на данном этапе BIOS-ом. После загрузки одного или нескольких файлов таким образом, внешнему устройству нужно отправить 16-ричный код AA и 2 байта адреса запуска загружаемой программы, после чего загруженная программа исполняется.
После изучения содержимого BIOS я написал небольшую программку на языке C, которая и осуществляет загрузку роботрона через последовательный порт. Тут мы, собственно, видим реализацию понятного роботрону протокола передачи данных. Вот этот фрагмент осуществляет рукопожатие, то есть передачу и прием кода приветствия. Далее программа загружает в роботрон два файла. Файл операционной системы по адресу C306 и следом файл исполняемой программы. Не обошлось тут и без некоторых сложностей. Пришлось вносить правки в операционную систему SCP в момент загрузки, так как нам нужно избежать обращения к дисководу на этапе инициализации операционной системы. Для этого оказалось достаточно изменить пару байтов в теле операционки. Исполняемая же программа отправляется без изменений, но мы вынуждены отправлять ее на адрес 800H, а не на положенный для системы CPM адрес 100H. Поэтому тут после отправки двух файлов пришлось прицепить еще небольшой обработчик к машинном коде процессора Z80. Этот обработчик после инициализации системы приводит стек и все регистры процессора в норму, а также перемещает исполняемую программу на адрес 100H, непосредственно перед ее запуском. А теперь давайте попробуем запустить на роботроне настоящий Тетрис. Тетрис Алексея Пажетного. Пусть роботрон и никоим образом не совместим с компьютером Электроника 60, для которого оригинальный Тетрис написан, но у электроники был схожий монохромный монитор. Также использовалась кодировка символов COI 7 и была механическая клавиатура, как и на роботроне. Тетрис мы будем запускать в эмуляторе компьютера PDP-11 на Linux, а роботрон будем использовать в качестве терминала, подключенного все по тому же кабелю RS-232 к Linux-машине. То есть программа будет выполняться здесь. В качестве устройства ввода мы будем использовать механическую клавиатуру роботрона, а в качестве устройства вывода – видеоконтроллер и монитор роботрона. Прежде всего нам надо настроить Linux соответствующим образом. У нас есть заранее подготовленный файлик, в котором в специальном формате terminfo описана работа с нашим терминалом. Например, тут указано, что наш терминал имеет 24 строки, в каждой по 80 символов, описана последовательность для очистки экрана, последовательность для управления позицией курсора на экране и так далее. В общем, тут все, что нужно знать Linux о том, как работать с экраном роботрона. Теперь скомпилируем этот файл. Осталось только разрешить вход в систему через последовательный порт. Для этого отредактируем конфигурационный файл init.tab. Здесь мы прописали автоматическую авторизацию без пароля, скорость передачи данных, номер последовательного порта, к которому подключен роботрон, и тип терминала. Теперь подтвердим изменения. Дальнейшие действия будем производить уже на роботроне. Запустим терминальную программу TLC, точнее файл TLC8. Это слегка модифицированная мной версия, она позволяет осуществлять 8-битную передачу данных. Для соединения с Linux используем команду talk. Клавиатура у роботрона, мягко говоря, не очень отзывчивая, поэтому бегло набирать команды тут никак не получается. Сначала запустим небольшую программку-оболочку для обеспечения совместимости терминалов роботрона и электроники. Теперь запустим эмулятор компьютера PDP-11 фирмы DEC, который совместим с компьютером Electronica 60. Как видите, английские слова у нас тут отображаются русскими буквами. Это нормально для роботрона. Так выглядит кодировка COI 7, в которой латинские буквы заменены на соответствующие кириллические. У роботрона два набора символов. В одном все латинские буквы заменены кириллическими, а в другом заменены только строчные латинские буквы. Найдем интересующие нас файлы. Обратите внимание, файл TET имеет дату 4 апреля 1986 года. Файл Tetris имеет более позднюю дату, но он абсолютно идентичен первому, за небольшим исключением. В файле TET используется специальный символ для прорисовки фигур. Мы же будем запускать Tetris с классической ASCII-графикой. Thank you.
Вот так вот выглядит настоящий Тетрис. Это тот случай, когда гениальная идея подкреплена блестящей реализацией. Неудивительно, что Тетрис с молниеносной скоростью распространился сначала по всему Советскому Союзу, а затем и по всему миру. Только представьте себе, игра, созданная на компьютере без графического режима, до сих пор лидирует в списке самых продаваемых компьютерных игр за всю историю. Итак, без всякой пайки нам удалось превратить Роботрон в некое подобие компьютера-электроника. И это далеко не предел. Мы можем еще немало интересного сотворить в тандеме CPM Linux. Для начала отправим на Роботрон модифицированный вариант SCP. В этой версии операционной системы адрес порта принтера заменен адресом порта V24, к которому подключен Linux. После включения Роботрон обращается к дисководу, так что флажок дисковода у нас не опущен, чтобы BIOS продолжил загрузку через порт. Так, загрузка пошла, теперь флажок дисковода можно опустить. Со стороны Linux запустим терминальную программу для приема данных от Роботрона. Теперь мы можем сочетанием клавиш Ctrl-P включить на Роботроне дублирование экрана во внешний порт в режиме работы с дисководом. А команда Type теперь позволит нам отправлять текстовые файлы не на принтер, а на Linux. Linux, правда, не дружит с кодировкой Core 7, но и это при желании легко исправить. Ну и, пожалуй, самое интересное, что мы можем тут сделать, это превратить Linux в терминал, подключенный к Роботрону. То есть мы можем поменять местами Linux и CPM. На этот раз у нас программы будут выполняться на Роботроне, а в качестве устройств ввода-вывода мы будем использовать устройство, подключенное к Linux, беспроводную клавиатуру и цветной монитор. Загрузим в Роботрон систему SCP с небольшим встроенным драйвером экрана и клавиатуры. По сути, это небольшая программная заплатка на ассемблере, которая и решает задачу подключения внешнего терминала к Роботрону. Сразу после загрузки операционной системы на Linux запустится программка Talk. Это простейшая терминальная программа, которую я написал на языке C для работы с разными типами терминалов. Теперь мы можем управлять Роботроном с современной клавиатурой. Так скажу я вам, намного удобнее. И что самое главное, теперь у нас цветной монитор подключен к Роботрону. И заметьте, без всякой пайки. Для проверки новых возможностей нашей системы я скачал в интернете игрушку, написанную итальянским программистом на языке модула 2 для системы CPM под процессор Z80. Он тестировал эту программу на компьютерах Commodore 128, и Amstrad CPC-128. Попробуем запустить ее на Роботроне. Опять загрузим SCP с SIO-драйвером, но в этот раз запустим программку Talk с поддержкой цветов стандарта ANSI. По сути, эта версия терминальной программы принимает управляющие коды от Роботрона без существенных изменений, так как Linux поддерживает этот стандарт. Обратите внимание, на родном мониторе Роботрона мы практически ничего не видим, а на мониторе, подключенном к Linux, полноценная цветная картинка. Дело в том, что видеоконтроллер Роботрона не понимает управляющей последовательности, поддерживаемой современными системами. А наша Linux-машина, разумеется, с этими стандартами дружит. На самом деле мы таким образом можем запускать бесчисленное множество раритетного софта на Роботроне. Разумеется, речь идет о тех программах, которые написаны для системы CPM под процессор Z80 и не требуют большого количества оперативной памяти. И еще одна задачка у нас осталась нерешенной.
нам надо как-то подключить к компьютеру Роботрон, матричный принтер Роботрон. К принтеру идет набор сменных кассет с интерфейсами подключения. У нас тут есть целых две таких кассеты. На одной табличке с уже знакомой маркировкой – это последовательный интерфейс. У рядом лежащего интерфейса табличка куда-то потерялась. Но я точно знаю, что это параллельный интерфейс Centronics. Его-то мы и будем использовать. Помимо кассет, тут есть еще запасная красящая лента, адаптер для катушечной ленты, набор деталей для установки рулонной бумаги и набор предохранителей. Все это чудесным образом у меня сохранилось в пакете, который поставлялся вместе с принтером. Вообще, этот принтер положено подключать к Роботрону 1715 по последовательному интерфейсу, к отдельному разъему на плате компьютера. Но для этого нам пришлось бы изготовить соответствующий кабель, так как родной куда-то потерялся. Но мы поступим проще. Подключим принтер к Linux через стандартный LPT-порт. Со стороны же принтера нам осталось только вставить кассету с интерфейсом Centronics. Печатать будем с компьютера Роботрон в порт V24, как мы это уже делали, а со стороны Linux запустим программу петлю, которая будет перенаправлять данные, полученные от Роботрона, в порт принтера. Все это осуществляется маленьким скриптом на языке Perl. Для такой простой задачи, как перенаправление данных для печати из одного порта в другой, не было необходимости использовать язык C. Включаем Роботрон. Теперь включим принтер. Запускаем отправку версии SCP, которая позволит нам печатать в нужный порт. Так, операционная система загрузилась. Переведем систему в режим печати с сочетанием клавиш Ctrl-P. Теперь по команде DIR пойдет синхронный вывод каталога диска на монитор и на принтер. Печать получается стильная, но несколько блеклая, так как в нашем принтере лента старая и пробитая уже не по одному кругу. Это, разумеется, легко исправляется заменой ленты. На сегодня, пожалуй, все. Всех благодарю за внимание и до новых встреч!